Ой! Тихо! Саша, ты чё рыгаешь? Саша, ху! Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Сегодня мы с друзьями скачали пиратский Майнкрафт и собираемся в него поиграть. Я встречал много разных подделок Майнкрафта, но именно эта версия смогла меня зацепить, ведь внешне тут довольно сильно похоже на обычный Майн. Но есть один нюанс. Опа, лев! Раз! Вот это заруба! Мы попробуем полноценно развиться в этом китайском Майнкрафте и даже провести тут ночь. И поверьте, это окажется гораздо более сложным, чем мы ожидали. Но перед этим, если вы набираете на этом ролике 100 тысяч лайков, то мы сыграем во вторую версию этого Майнкрафта. И вот я смотрю на вас, и знаете что? Не хватает 190 тысяч подписчиков до 4 миллионов. Поэтому подпишитесь на мой канал, поставь колокольчик, и на 4 ляма выйдет юбилейный ролик. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, и мы начинаем. Survival Craft. Да, я тоже в шоке, поэтому давайте сыграем. Нажимаем play. Нам нужно сейчас с вами создать новый мир. Ну, как в Майнкрафте, в принципе, все одно и то же. Так, нужно придумать название мира. Пускай это будет Reality World. Создаем сервер. И нам нужно выбрать обязательно игровой режим. Пускай это будет у нас Rail. Стартовая позиция. Давайте для начала выберем хотя бы медиум. Знаете, что значит этот мод? Это жестокий режим, такой же, как и вызов, но вы не можете возродиться. Играйте с умом, потому что как только вы умрете, ваш мир будет потерян. То есть, если я умираю, я больше не смогу сыграть в этом мире. Трындец. Давайте начнем. Кстати, заходите, если что, на мой сервер Real World, IP в описании. Нам предлагает выбрать персонажа. Во-первых, я мужчина. Ну, конечно, не такой, я сам на себя сейчас вообще не похож. Но я предлагаю выбрать какого-то такого, который будет мне больше симпатизировать, и это будет Базил. Базил. Меня зовут вообще-то не Базил, а Мистер Домер. Все, нажимаем играть. Знакомьтесь, это я. Вот такой вот бородатый такой. О, ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Посмотрите, у него даже дергается рука. Я не понимаю, что он вообще тут делает сейчас, этот молодой Стив. Да, как мы можем заметить, мой персонаж уже не квадратный, как в Майнкрафте. И это нормально, в принципе. Голова такая вот объемная. И прошу заметить, как мы видим, у меня инвентарь по факту такой же, как в Майнкрафте, да, только вместо 9 слотов 7. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. У нас здесь обычный квадратный мир, как в Майнкрафте. То есть, по факту, все то же самое. И подождите-ка, я кого-то вижу. Это вообще кто такие? Эй! Эй, мужик! Стой! Стой, мужик! Чё? Ты кто? Я Руда. Здорово. Подожди. Со мной мой друг, а где он? Который вон тоже дерево копает. Смотри, мы вдвоем здесь. А ты кто? Здорово, мужик, я Зенни. Чё вы тут делаете вообще? Чё вы тут забыли в этом китайском Майнкрафте? А это мы у тебя хотели спросить, чё мы тут забыли. У меня? Чё мы тут забыли? Раз вы как бы вместе со мной здесь застряли... Вы так забавно забываете это. Наша главная с вами задача — пережить в этом китайском Майнкрафте одну ночь. И знаете, что я тут заметил? Посмотрите, это что, бык? В этом Майнкрафте есть бык. Ладно, давайте просто сравним его с обычным Майнкрафтом. Смотри, отгадай, что. Так, я думаю, это кухонная плита. Нет. Стол. Это просто стол, на котором можно пообедать. Ну нет. Он как девушка, ломается, понимаете? Сразу сказать не может. Алло, какая девушка? Это подумай, ну подумай. Посудомоечная машинка, стиралка. Нет. Верстак? Это верстак? Да. Чтобы вы понимали, этот верстак с размером меня, вот, посмотрите. Обалдеть. Возьмите себе по мячу. Это что такое? Возьми, зайди внутрь верстака. Чтобы вы понимали, друзья, это крафт меча в Майнкрафте, для тех, кто не в теме. И здесь вместо как бы меча, это дубинка. Обычная деревянная дубинка. Ладно, так как бы я мог все понять, но ладно, дубинка так дубинка. Я кабана вижу, ребята, пошли дубинками, его может загатим. Подожди, стой, никаких дубинок. Для начала, раз, ты нашел кабана. Да. Я предлагаю, чтобы я с ним договорился. Пошли, покажу. А ну, где там только кабан? Только аккуратно, он там с каким-то ослом разговаривает, что ли? Осел разговаривает. Они с драться сейчас будут или что? Что происходит? Подожди, здесь есть два кабана. Стой, давай я попробую поговорить. Вот, стой, пока давай. не подходите. Давай. Эй, кабан. Кс-кс-кс-кс-кс. Опа, заметил, привет, сладкий. Я заметил, тебе тут скучно и одиноко. Давай так, это как бы и наша, и ваша поляна. Поэтому, может, потемаемся? Он меня ударил! Он агрессивный кабан! Офигел! Не трогай нашего друга! Давай, руби! А, их трое! Я догоняю! Аккуратно, там медведь еще! Пацаны, мой кабан от меня убегает! У меня тоже! Че это сначала быковал? Пацаны, он у меня слег кабанчик! Что с ним делать? Братик, ты чего? А, футбол? Погнали со слом поговорим. Со слом? Со слом. Эй, осел, красавец. Стой, подожди, я с ним поговорю. Эй. Он убегает уже. Стоять! Он не хочет с тобой разговаривать. Плавать сейчас будет. Я водяной.
Он поплыл, куда глаза глядят. Трындец. Ну и хрен с тобой. Знаете, что я увидел? Чё? Пещеру! Погнали в пещеру! Подожди, тут ось. Друзья, чтобы вы понимали, в этой игре есть ось. В этой игре есть ось. Давайте, пацаны. Давайте, давайте. Ой, какой он большой. Ай, больно. Давай. Так оседлился. А что с него выпадет? Ты видел, как он шипнулся, мать моя женщина. Вставай, брат. Холодно, холодно. У меня белые штуки пошли. Что это такое, пацаны? В шахту, быстрее, в теплое убежище, быть живым, Борт. Давай, давай, давай в шахту. Я не знаю, что это у меня сейчас на экране происходит. Я думаю, мы не успеем. Давай, 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 давай в шахту. Я не знаю, друзья, реально, что это такое. Какой-то китайский Майнкрафт. Если вы набираете 100 тысяч подписчиков в моем телеграм-канале, то я скину ссылку вам на этот Майнкрафт, и вы тоже сможете в него поиграть. А мы тем временем добрались в шахту. Пацаны, в шахте тут медведь. Сюрприз. Медведь. Там сюрприз, не медведь. Подожди, а что это, Саш? Это медведь! Я думал, кабан! Трындец! То есть получается. Саня! Это его логово. Подожди, подожди. Я с ним поговорю. Уже теплее стало. Все, я закрываюсь. Теплее, реально. Пацаны, я поговорю с медведем. У меня есть общение. Стой, я первый попробую. Отойди. Отойди, помоги мне, пожалуйста. Брат, одумайся. Ладно, уходи. Уходи, Саш. Вообще не лезь в бой. Зачем вы застроили? Руда, помоги. Руда. Сашенька. Давай, Сашка, гаси медведя. У меня, правда, рука. Сань, скинь свою. Охренеть, как он бьет. Сань, руби его сверху просто. Он уходит, он уходит. Бейте его, бейте тоже. С руки, Саша. Он бежит, куда глаза глядят. Давай, чуть-чуть осталось. Все, стой. Парни, у меня пол хп, если я реально сейчас обо что-то ударюсь, мне конец. Давай делать, значит, печку. Давайте печку делать. Что давайте делаем? Печку делать. Я просто пол хп, парни, если я сейчас или заболею, или что-то произойдет, мне конец. Только не ударьте меня, пожалуйста, и не закрывайте, зачем вы закрываете? Чтоб тепло было, а то холодно, Саня. Просто света нету. Вот свет, все, пацаны. Чуть-чуть сделать. Света будет, давайте немного свету давай. У меня два дерева, нужно сделать уголь. Пожалуйста, парни, не трогайте меня вообще, пожалуйста, отойдите от меня за километр, руда. А что мне делать тогда? Ломайте камень. А, его можно так добывать? В смысле? Да. Серьезно? Реально? Рукой я просто, из-за того, что перенервничал, начал просто рубить камень, и он сломался. Ну-ка, сейчас проверим. Да, смотри. Реально. Я тоже сейчас добываю. Мне сейчас выпадет, я упаду в обморок. Алле, оп, камень, Саня. В этом Майнкрафте можно, в этой копии Майнкрафта, можно добыть камень рукой. Как бы, необычный, конечно, поворот событий, такое тоже бывает. Так, Сань, тебя ударить надо? Нет, не надо меня, я на один удар. Так, парни, чтобы вы понимали, уже темнеет. А нам нужно пережить ночь в этом Майнкрафте. Так, давайте хоть что-нибудь осветим, Пожалуйста, дайте мне скрафтить. Саша. Это не я. Крафти. Давайте печку, парни. Мне реально нужна печка, ребят. Я сейчас реально буду скончаться, если все, камень, у нас есть камня, достаточно, давайте, пойдем. Давайте, быстро. Скинулись на печку, все. Давай. Все, ставь печку, Сав, быстрее. Ставлю. Так, и... Давайте, значит, делаем раз, стой, два. Стой. О! Что это? А я думал, свет. Я закидывал топливо. Я положил, смотри, я дерево положил, чтоб... О, уголь! Что это такое? Он только что сделал уголь. Ну, еда, понятное дело, должна переплавиться. Давай, еда переплавляется. Саш, хавай еду, иначе ты сейчас умрешь. Мне тоже нужна еда. Давайте дверь сделаем, пацаны. Я хочу дверь сделать сейчас. У меня по-прежнему пол хп, я не понимаю, когда они возрождаются или зарегенятся. Ну, слушайте, крафт двери такой же, как в Майнкрафте. Ребят, давайте закроем дырки, пожалуйста. Да, холодно. Все, я закрыл. Давайте я дверь поставлю. Давай. Подожди. Так. Подвинься. Ой, друзья, сейчас наступает ночь, а это значит, что наступает самое опасное время, которое могло только наступить. И самое время покушать. Так, я поставил дверь, отлично. Все, дверь у нас стоит. Добавьте еще факелов. Добавьте еще факелов, парни. О! А нет больше, мы не можем. А, реально? Потому что нет, нужно дерево. У меня есть дерево. Есть у тебя, Сань, ты можешь дерево? Да, сейчас я сделаю. Я сейчас проверю, можно ли сделать здесь сундук. Раз, два, три. Блин. Нужно одинаковое дерево. Реально? Сундук. Смотрите, сейчас поставлю. Во. Ну он как... А, он маленький очень. Он как инвентарь, посмотрите. О, волки воют. Сейчас их запущу. Нет! Стой! У нас оружия, Саш, нет. Стой, подожди. Сейчас наступила у нас ночь. Получается, мы что-то нашаманили. Поставьте еще факел. Вот я могу, кстати, через эту дверь смотреть. Так, подожди. Это сундук! О, факел также крафтится. Куда факел поставить? Ближе к двери поставь. Стой, подожди, вы это слышите? У нас волк, руда! Подожди, это гепард! Уходи, Саша, уходи! Гаси его! Дверь закрыть надо, просто так закрыть! Да стой! Еще один! Закрывай! Закрывай! Добей его! Саша, помоги, я сейчас умру! Я тоже сейчас умру! Помоги! На меня его, на меня! Давай!
давай. Сань, закрой блоками все, пока закрой блоками, быстрее, закрой все. Да почему не ставится? Да застройся ты. А там все, больше ничего нету. Дверь, закройте. Закрыл, я закрыл. Фу. Саша, похавай, Саша, срочно. А я съел чего-то, что было. Охренеть, ребята. Сашна, вот еда. Там волки, слушайте, прям за дверью. Одно хп осталось. Парни, у меня есть 5 еды, я выложу половину. Друзья, если у нас получится сейчас выжить, с вас лайк. Просто пережить эту ночь, это вообще какой-то трындец, а ну. Ух, это было тяжело. Надеюсь, здесь волки не съедят дверь просто. К нам просто забежали, кто? Подожди, это не гепарды, как их там это называют? Это как их? Гиены, да. У вас хпшки есть? Я хочу просто посмотреть, что там на улице. Вон, подожди, тут гиена. Если мы откроем, мы умрем, у меня 2 хп. У меня 1.5. Сереж, давай подождем, давай окей, не будем лучше. Окей. Время нужно. Мы сыты, просто нужно время. Окей, тогда я сейчас пойду просто на разведку, пойду посмотрю, окей? Не нужно, пожалуйста. То есть вы думаете, не стоит? В нашем же доме чуть гиены не сожрали, а ты хочешь на улицу еще выйти? Стой, отойдите, я сейчас выйду и закрою дверь. Хочу проверить окрестность нашего дома. Ну, Саня. Тихо, трындец, парни. Ой-ой-ой-ой. Подожди, я его вижу, я сейчас разберусь. Он прям рядом с нашим домом ходит и лает. Так, подожди. Ой-ой! Тихо! Саша, ты что рыгаешь? Саша, фу! Саша, не надо, зачем? Ты нам весь дом обрыгал, Саня! Да я не хотел, это еда! На, еще поешь, брат, на, еще поешь. Нет, фу, что это? Что это мне скинули, вы что сделали? Ты что рыгаешь в нашем доме, Саня? Так ты мне скинул чего-то странное, что это было, Сережа, отрава? Только что скинул? Тут волк, вот он, ай, Саша, умираю. Ничего не открываем, ничего не двигаемся, стоим на месте. Пацаны, насколько я понял, чтобы похавать, нужно перемести здесь еду просто на себя, вот так, оп. Все, я поел. Все, я остановился, у меня вроде получше. У меня 3 хп. Не открывай, Саня. Пацаны, снова! Ой-ой-ой! Ой, Саня! Саша, ты понимаешь, ты нам сейчас обрыгал? Саня, рабочий стол ты нам обрыгал. Самое главное выжить, не важно, что я сделал. Я понял, брат, мы тебя изолируем, братик. Не специально, изолируем. Братик, мы тебя изолируем, брат, ты на карантине, брат. Я не знаю, Саша, что в этой игре может быть. Оставьте так, все, оставляйте. Но ты на карантине, все. Руда на карантине, друзья. Хорошо, уже благо, ребят, я надеюсь, все будет хорошо. Так, я слышу эти звуки, чтобы вы понимали, ночь еще не закончилась. То есть, это только начало ночи. Может произойти вообще все, что угодно. Нам нужно пережить эту долбанную ночь. Руда сидит, рыгает. Он обрыгал нам весь дом. Саша, у тебя хп там есть? Одно хп, но мне поговорит то, что ты устал, нужно прилечь, мне написано. Парни, к нам пришел лев. К нам лев пришел. Король лев. В смысле? В прямом смысле лев. Самый настоящий лев. Я нажал на кнопку, чтобы... Я сплю. Вы прикиньте, он обрыгался и лег спать. Ладно, короче, Руда, я понял. Ты, походу, выздоровел. Вылазь. Что будем делать с львом? Он у нас вот здесь вот сидит. Все, я сплю еще, мне спать надо. Опять реально обрыгался. Написано. Вы прикиньте, он только проснулся, опять все обрыгал. Сону лучшее лекарство написали. Так, короче, я выхожу на разведку, друзья. Если на меня выбежит лев, знаете, я постараюсь прийти живым. Здесь у нас вроде как луна. Ну, тишина, спокойствие как бы где-то... Все, я сплю. Тихо. Саня, спи, Саня. Саша, закрой двери! Ты чё вышел? Луна, нифига себе, какая луна, я вижу. Саня, закрой двери, стой, аккуратно. Нас двое с тобой. Где-то здесь волки были. Я не знаю, у нас там за домом лев. Будем с ними разбираться или нет? Я бы, честно говоря, не рестыковал. Давай восстановим все сердечки, а потом уже... Давай, заходи. Сейчас светает. Руда, можешь выходить. Он солнце... Не, подожди, не надо пока выходить. Да, ему прям очень Саша, плохо. Саша, лучше спи, Саша. Вот тебе две доски, лучше вот отдыхай. Я начал восстанавливаться, но решил проснуться и что-то не то. Пускай дом проветрится. Давай посмотрим. Вот лев. Пошли со львом поговорим, пока еще ночь. Пошли, нужно устранить льва, потому что мало ли вдруг он к нам еще проберется, правильно? Давай я тогда открою. Стой, подожди, аккуратно. Если мы к нему зайдем, мы, наверное, не выйдем обратно, да? Давай, не, выйдем. У тебя хпшки есть? Да. Все, пробуем. Раз, два, три. Все, погнали. Опа, лев. Раз. Вот этот заруба. Ехать, он меня ударил, этот лев. Как ты к нам вообще домой пробрался? Найс, хорошо, йос. Убили просто льва. Какая тут вообще большая шахта. Я, кстати, через льва залез, вы прикиньте. Пошли на улицу, выйдем. Все, льва мы, получается, загасили. Все вроде чики-пуки. Подожди, а что со льва выпало? Получается, выпала шерсть. Подожди, давай попробуем броню сделать или одежду. Вроде есть шерсть какая-то. А ну, сейчас кое-что попробуем. Руда, просыпайся, Саня. Ержан, вставай. Ты должен быть здоров. Ержан, просыпайся. Ержан, ты провалился. Не бей его только, пожалуйста. Ержан, алло, Саша, алло. Я не знаю. Чего?
Ох, ты ловите маслину, парни! Опять ты за свое, Саня. Все, не трогайте. Короче, Саня сейчас у нас весь видос проспит. Руда, все, власть карантина. Быстрее, 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 быстрее. Льва, мы, получается, убили. С игрой познакомились. И давайте просто проверим, сейчас день или ночь. Давайте все выйдем. Руда, выходим, выходим. Да. Давай, брат. Все, пойдем, пойдем. О, как хорошо на улице-то. Ура, друзья! Это, получается, солнышко. Ты опять рыгаешь. Подожди меня, подожди. Саня, ты опять рыгаешь. Да, ну, пацаны, сами понимаете, приболел немного, надо. Короче, болеть. Друзья, 100 тысяч лайков, если набираете на этом видосе, то мы сыграем во вторую часть этой игры. Ну, либо еще подобные Майнкрафты, пока Руда рыгает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, если что, ссылка на игру будет в моем телеграм-канале. С вами был Домик Г, вот эти два мужика. Руда и Зенни. Всем пока.